Дальше поехали. Валерий Константинович, здравствуйте. Я пишу с самого юга нашей страны, из Дагестана. Во! Живу на побережье Каспийского моря, чему несказанно рад, но есть одна проблема. Когда весной потеплеет, расцветает абрикос, в это время, как на заказ, смотрит туман и сжигает неопелившиеся цветки, и вдобавок с моря бывают холодные дожди. И, как следствие, мы остаемся без урожая. Пара абрикосов, что остаются на дерево, не в счет. Отсюда у меня вопрос. Ваши абрикосы боятся тумана во время цветения? Или есть агроприем какой, который помогает избежать полной потери урожая? Заранее спасибо. Так, мои абрикосы не боятся туманов, потому что у нас туманов нет. Вот. У нас более климат такой. Что интересно, в сотнях метров незамерзающий Енисей, туманов не достают до нас. Достают, но крайне редко. Вот. Боятся у нас заморозков. Если бы я вам сотню фотографий возвратных заморозков, это был бы фильм ужаса. Это что творится, когда всю зиму безснежие, а потом полметра снега, все в снегу и все в цвету. А потом прощай урожай. Для того, чтобы посоветовать жердели, ничего не могу. Потом ниже увидите фотографию жердели. Сергей за год не продал, а я его рекламировал. Ну как, ненавязчивая реклама. Меня спрашивают там жители, там, допустим, Новгорода, жители Ленинграда, жители Эстонии, Латвии, Литвы. Я еще и косточки, а у Сергея, у моего сына, саженцы жердели, им уже 2 года. Толку никакого, ни одного не продано. И получается, с одной стороны, вопросы задают, а по 300 рублей, а если оптом, то по 200, вот. А гарантированный урожай, а 23, вы знаете, жердели у меня в Сибири, приезжал на юг России, второе место держит по урожайности, 23 ведра, вот. А третье, королевский было как-то 25, но это один год такой, а про манжурский еще больше, потом поговорим, вот, потому что поверить 50 ведер невозможно. Жердели – это единственный шанс, пусть вы живете в Дагестане, у вас должны быть абрикосы размером от 100 до 150 грамм. Так. Должны бы, это по климату, по средней там температуре, зимой, осенью, летом, весной. Так. Ну вот, получается, не место для них. Единственное, то, что я видел на Херсонской области, где могилы моих предков, которых из этого Западной Украины поляки выселили, вот, и Сталин отдал им этот район, так, как же этот самый, Нижнеустрицкий район, так в паспорте и стоит, территория Польши, а написано Львовская область. Вот когда туда стариков моих, деда с бабушкой, выселили, а я туда ездил каждый год, прекрасный климат, все, летом, зимой холодно. А почему холодно? Ветра и это пронизывающие, больше мерз, чем на риске. И вот, значит, деревьям это по барабану. То, что неделя идет, допустим, я в отпуске, декабрь месяц, январь, выпадет снег, но через 2 дня растает, а потом зарядят неделю дождей, сырость 100%, туманы, новая Каховка, Береславск, плюс Береславский район, по барабану. Каждый год одно и то же. Только приеду, вся родня по 5 банок, и съесть не могут. Вот. Валера, съешь, ради бога, Валера, съешь. Стоит, а родни много, стоит 20-30 банок. Я первую не могу доесть, а у них мечта, чтобы не пропали. Опять урожай большой, опять накатают, сахар дешевый, вода бесплатная. Вот. Опять накатают, полные погреба это. А это жердель у них сладкая. У меня получилась кисло-сладкая. Но абсолютно съедобная. Вот. И едят ее у меня за обе щеки. Так? Вот. Раз. И второе, значит, 23 ведра. Вы понимаете, что такое чудо? И плюс те же банки, можно всем погреба, вся Сибирь набить. Но ни одно не продано. Но я не только вам рекламировал, я вам объяснил. Это ваш шанс. Далее. Второй ваш шанс — это манжурцы, сыновья манжурца. Да, я никогда не скрываю, правильно меня отругал этот Бродский Юрий Васильевич. Они действительно в смешанном саду
я это называю беспорядочные половые связи, никакой науки, что выживет, то выживет. А у меня редко, настолько редко, у меня не было случая, что больше одного абрикоса погибло, а в питомниках, последнее поколение, ни одного, никогда, и под мезани нет. Каждый год зимует. Второе, что мне сказал Юрий Васильевич, что наши дальневосточные супер-морозостойкие абрикосы, у него минус 60 выдерживают скальный, допустим. Я этому верю. Вот. И разубаживаем не только увеличивает, то есть оккультуриваются дикари, но и как подвое немножко теряет морозостойкость. Вот так. Но это...